Сегодня очередная распаковка. Три маленькие посылочки. Смотрим, что здесь. Они лежали на почте с июля месяца. Почему-то мне извещения не приносили. Я приносил извещения, я приходил получать, но мне выдавали не все посылки. Сегодня получил извещение, пришел на почту. Мне говорят, они еще давно, с июля лежат. Так, что здесь? О, микрофон. Такой небольшой микрофончик. Так, что дальше у нас? О, штатив. Наконец-то. Кстати, штатив Спандау. Забавы. Я его заказывал за баллы. Вот такой он гнется. Все здесь. Ну, как в описании было указано, что можно его подвешивать. Такой все, мне... снимаю. Со штатива снимаю. Очень удобно крепится. Здесь, мне кажется, плащ, дождевик здесь, скорее всего, должен быть. Мне один пришел дождевик, второй почему-то не пришел, хотя заказывал в один день. Да, вот дождевичок. Но в предыдущей распаковке там есть. Я его показываю, как показываю, как он ребенком девается. Такой он замечательный. Все. Маленькая очень распаковка в этот раз была. Ссылку на микрофон дам. Интересно. Ну, решил попробовать его для ноутбука. Со штативом была еще вот такая штука для телефона. Монопад или как он называется? Ай. Вот такая штучка. Вряд ли им буду пользоваться. Как тут помещает это, я не знаю, как это работает. А, вот еще. Ага, ну вот так вот.